Спорт – это, прежде всего, поступок, это упругость собственного мнения, быстрота реакции в споре. Надо двигаться, чтобы жить, и, двигая что-то, двигаться самому. Не от года к году, а от книги к книге. Сейчас я приглашаю на сцену постоянного автора клуба «12 стульев» литературной газеты, много и плодотворно работающего в жанре афоризма, сатирической и юмористической миниатюры. Владимир Каличицкий, прошу вас. Я сейчас закончил работу над книгой «Миниатюр», условное название которой «Веселый ковчег». Первая, самая большая глава книжки называется «Беспризорные мысли». Эпиграф Аркадия Бухова: «Каждый смеется как может, особенно когда ему хочется плакать». Вначале было слово, потом слова, слова, слова. Адам поставил вопрос ребром, и появилась женщина. Каждому свое, остальным чужое. Если все выйдут в люди, кто же останется человеком? Так долго шел на поводу, что начал ржать. Не было ни гроша, и не будет. У мещан жилищные проблемы уже решена, у каждого хата с краю. До каких пор истина будет глаголить устами младенца? Какая же это скромность, если она украшает? Иногда, чтобы рассмешить, достаточно сказать правду. Гоголевская комедия не повторится, ревизоров знают в лицо. Как идеалист, так материально ответственный. Так крепко держал слово, что оно задохнулось. Если каждый уйдет в себя, в автобусе станет свободнее. Ему показали Кузькину мать. Лучше 100 раз услышать, чем 1 раз увидеть. Так долго нес чепуху, что надорвался. Вторая глава в гостях у Брэма. В этой столовой можно не только червячка заморить. «Что для вас самое ужасное?» – спросили рыбу. «Четверг», – сказала она. Бараны умеют жить, у них и самые паршивые овца в каракуле ходят. Очередная глава «Бесполезные советы». За избитые фразы к уголовной ответственности. Не пора ли пустые головы использовать под тару? Не надо оправдывать доверие. Оно ни в чем не виновато. И как итог сказанного в этой главе, не принимайте пороки близко к сердцу. Очередная глава «Мифоризмы». Хорошо, что Бог создал человека без запасных частей, а то где бы мы их взяли? Монашка несла свой крест с грехом пополам. Посмотрела на него медуза Горгона и окаменела. Хорошо циклопу, у него только 1 точка зрения. Сколько прекрасных мыслей гибнет в лабиринте извилин. Очередная глава «Присказки», эпиграф. «Не пей, Иванушка, свиньей станешь, Аленушкина мудрость». Чтобы остаться в памяти потомков, иному королю достаточно пройтись нагишом. Хуже незваного гостя только каменный.
сказочная акселерация. Отец – мужичок с ноготок, а сын уже мальчик с пальчик. Командорам ставят памятники, о Дон Жуанах помнят и без них. И финальная фраза «Веселого ковчега» – «Кто хорошо смеется, тот смеется последний раз».